И в мэрии прошла встреча генерального консула Германии в Донецке Клауса Циликинса с заместителем городского головы Юрием Копцюхом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов. Среди запорожских предприятий, работающих с немецкими партнерами, «Мотор Сич», «Днепроспецсталь», «Запорожсталь» и другие, в результате договорились в ближайшее время организовать встречи торгово-промышленных палат Запорожья и городов Германии.